BPM 128. Для создания партии пианино я использовал плагин Keyzone Classic, выбрав второй пресет и сделал вот такую вот эквализацию. Далее идет бас. Кик. Клэп. И хай-хэт. Для разнообразия я добавил свист, который накрутил при помощи плагина Silent. Вырезанная акапелла. Ее я эквализировал, накинул саундгудайзер, реверб и делей. Проект вам необходимо перейти по ссылке в описании, выполнить задание и нажать «Получить вознаграждение».